Друзья, с вами канал Индубай, меня зовут Асад. И сейчас вы увидите видео про мотоциклы в Дубае. Ну вот, начнем с этого мотоцикла. Очень миленький дизайн, красивый цвет, розовый. Хозяин разрешил нам на него присесть. И даже я сейчас примерю шлем. Смотрите, какой шлем у меня красивый. К сожалению, шлем примерить не удалось, он очень маленький для меня. Как видите, мотоциклов здесь очень много, и все они довольно разнообразные. Друзья, сейчас мы находимся с вами на GBR. И это место известно тем, что здесь собираются самые крутые и самые безумные мотоциклы. Вот вы можете увидеть один мотоцикл прямо перед вами. Он довольно-таки крутой. То есть даже это не мотоцикл, а я даже не знаю, как назвать это транспортное средство. То есть вот вы видите впереди колесо. И тут все фотографируются на его фоне. И сзади вот еще два колеса. То есть такой мотомобиль. Бэтмен-мобиль, может быть. А вот здесь, возле фонтанчика, стоят еще несколько байков. Вот перед нами Honda. Здесь какой-то... Здесь Harley Davidson. И еще какой-то мотоцикл непонятной марки. Написано Victory Motorcycles. Очень темно, к сожалению, но вы можете кое-что разглядеть. Вот такие вот еще тут есть мотоциклы. Вот вы можете посмотреть, как они выглядят сзади, как они выглядят сбоку. Вот такие вот мотоциклы еще тут есть. Сузуки стоит, Сузуки, Сузуки, Сузуки. Вот. Их прямо несколько здесь в ряд выстроилось. Кстати, вот на этом Сузуки, видите, крепление под GoPro-шку. Видимо, водитель очень любит снимать видео о том, как он ездит. Вот к нам приближаются необычные мотоциклы. Один из них с разноцветной подсветкой, а другой из них непонятно. Как называется. Вот человек в очень оригинальном шлеме стоит рядом с мотоциклом. Вот здесь целая тусовка мотоциклов. Они прямо стоят буквально друг на друге все. Очень плотно все заставлено. Прямо как на мотошоу каком-то. Совершенно разные модели, совершенно разные цвета. Ой, даже не знаю, как все это называется, честно говоря. Вот такой аппарат вообще непонятно, что за аппарат. Но очень шикарно смотрится. Сейчас я вам сниму его, как положено, со всех ракурсов. Послушайте, как они рычат. Вот как они рычат. Вот таких мотоциклов здесь очень много, и они очень любят ездить по ночам, по вечерам. Они включают подсветку. У них очень красивая подсветка, у них светится все, там диски, я не знаю, антенны, спереди, сзади, красный, желтый, зеленый, синий, прямо как елки они ездят.
И очень громко они включают музыку и прямо ездят прямо по всем улицам Дубая. Это был мотообзор от Азата специально для проекта In Dubai. Оставайтесь с нами, пишите ваши пожелания в комментариях, ставьте лайки. Всем пока, до скорых встреч!